Я Танит, идейный вдохновитель и организатор фестиваля «Мандала Фест». В этом году второй раз мы соберемся с вами вместе для того, чтобы творить красоту, для того, чтобы рождаться как мандалы. Мандалы звука, мандалы цвета, мандалы радости, мандалы любви. Мы будем с вами затворять мистические ритуалы, священный коловрат. Мы с вами будем сажать священные рощи. Три дня лета, три дня августа, три дня радости. Вместе, в чудесном месте Рада. Это заповедник под Москвой, недалеко от Церкухова. Я вас жду, приглашаю. Вся наша семья Мандала Фест рада делиться с вами любовью и радостью. Приглашаем мастеров, творцов и просто желающих поучаствовать в этом сотворчестве на фестиваль Мандала Фест, чтобы узнать на собственном опыте, что такое новое измерение красоты. Намасте. Меня зовут Камила. Я хочу пригласить вас на мой любимый фестиваль Мандала, который в этом году будет в особый период, накануне галактической синхронизации в особое полнолуние в августе. Мне хочется пригласить всех желающих присоединиться к этому необыкновенному, уникальному действу, когда можно почувствовать единство, красоту, любовь, гармонию и прочувствовать на уровне разных практик, что такое мандала, как можно ее создавать, как ее возможно осознавать, как ее возможно видеть, творить и как ее полюбить. Уникальный кемп, который расположится на 3 дня в заповеднике Рада, привлечет самых интересных людей со всего мира. Я приглашаю всех меценатов, спонсоров, журналистов присоединиться к нашему проекту. Присоединяйтесь, потому что это уникальный шанс быть вместе и почувствовать единство. Мандала фестиваль. Новое измерение красоты. Этот раз мы вновь пригласили ресторан исторической кухни. Будет много вкусной, живой, настоящей, исцеляющей любви. Если вы хотите присоединиться к нам, пожалуйста, мы будем очень рады. Я вас приглашаю в пространство фестиваля на площадку практики мандала, для того, чтобы познакомиться с традицией танца мандала, для того, чтобы наполниться красотой, для того, чтобы соединиться вместе в танце, раскрыть единое, красивое, исцеляющее пространство любви. Друзья, приглашаю вас на территорию праздника Рада, где мы объединимся в нашей мандале, где мы встретимся с мастерами. Мы пригласим интересных людей, которые поделятся своим творчеством, своим видением, своей энергией. Будем творить, радоваться, веселиться. Будут интересные ритуалы, в которых все могут участвовать. На празднике будет детская территория. Территория праздников Рада свободна от никотина и алкоголя. И свободна для всего творчества, радости, для праздника. Я Патра. А я Куруша. Мы любим друг друга. А я буду заботиться о том, чтобы вы пребывали в максимально защищенном пространстве и максимально комфортных условиях. Here you are! So glad to see you and so happy to invite you to a great performance of Mandala Fest. This is a great happening for actors, musicians, performers, jugglers and dancers from all over the world to come and to share their skill with the audience, and just for people to come and to share something from a stage with the audience. Мы, Mandala Fest, приглашаем вас принять участие в программе перформансов, в мастер-классах по танцу, по вокалу, по игре на музыкальных инструментах. Все, чем мы будем заниматься в течение дня, вечером будет участвовать в концертной программе. Мы сможем поделиться всем тем, чему мы научились, мы сможем выступить все вместе. So, feel free to come and to share your creativity, whatever it is. Меня зовут Ветта, и это богиня домашнего очага. Я буду с радостью создавать для вас пространство. Пространство, в котором мы все будем находиться. Пространство защищенности, пространство уюта,
где мы будем пить чай, танцевать, петь, рисовать. Мы будем делать все, что угодно. Мы будем праздновать жизнь, будем радоваться. И мы сделаем максимально возможно все, чтобы поделиться с вами своей радостью.